На голове полный бардак. Всем привет, дорогие наши зрители и подписчики канала. Сегодня у нас 17 февраля. А это означает, что у меня сегодня... День рождения. День рождения, да. Лучше на голове. Были волосы, да? Так, у нас за окном сейчас солнышко, что не может меня просто не радовать в этот день. Щеки красные. Владик у нас с утра уже побыл на тренировке. А мелкие наши в школе, в саду. И сейчас я мчу, просто реально мчу уже за Ильей. Потому что вообще у него тренировка должна закончиться была в 2 часа дня. А, но... Ой, у него уже школа закончилась? Ну, конечно. Но сейчас позвонил, написал тренер. Но у них все уроки были до 12. В 12 есть тренировка. Тренер написал, что не до двух сегодня будет, а до пол второго. Подошьешь? Да. Вот так уж и было. Совсем что ли? Что? Ку-ку. Итак, Сергей пришел с работы и уже уехал сейчас в магазин. Уже уехал? Владь, ты все проспал, смотрю, сидя за столом. Попозже покажу вам подарок, который он мне подарил. А мне покажешь? Покажу, он как раз сейчас у него в руках, ну ладно. Так. Что-то слепой, я поняла, Владь. Он смотрит и не понимает, что у меня такое в руках, что это. Что? Вот это? Да, сейчас покажу. Ладно, пошла собираться. Илюшка, что ты? Задуманный. Каток. Задумчивый такой. Каток, катка нет. Да, каток. Катайтесь на здоровье. Он тут и был, Илья, один день, наверное, всего два максимум. Каток. Вот тебе и каток. Пока были морозы. У нас на улице вот тепло, даже вот солнышко выглядело, как вы видели. Но сволочь Витя с вчерашнего вечера просто сшибает с ног. В прямом смысле этого слова. Так, все, забрала Илюшку после урока, точнее, после тренировки уже. 6. И идем с ним в линию. Я еще сейчас мечей заколотил. Мечей-то у меня умничка заколотил. Да, может, на турнире заколотил. Хотя бы парочку. Ага, Илюшкин. Головушкин. Что это все так висит на это? То мама несла, теперь, конечно, мама с пакетами идет. А Илюшки у нас... Что ты? Мы этот, господи, рюкзак через шею. Удобно? Да. А я смотрю, удобно. Да, идем домой. И уже никак не дойдем. У нас вообще форс-мажор произошел. Порвался пакет с картошкой. Простеряли чуть-чуть, да, Илья? Не, поднимали. Ну, поднимали. По дороге. Ну, потеряли ж с пакета. Все, осталось последний марш-бросок, и мы дома. Что неинтересно? Что ты с ней хочешь сделать, я не могу понять. С моей рыбехой. А, какая Верно. Красавица. Тебе рыбу купили. Я сейчас тебе полбу ей дам. Купили селедку, но у нас линия дешевая, и, ну, не знаю, как часто раньше была вкусная. Это что? Сметана. Батон. Что это? Валио какой-то? А нет. Это... Какое Валио? Виолио какой-то. Это Веганес. Обалденный просто. Сережа позвонил, прибил. Офигенная штуковина, особенно когда по акции. Кешью базилик, ну то есть как, типа как майонез заправлять, но блин, он настолько вкусный на самом деле. Короче, телефон мне сегодня надо снять. Телефон разрывается просто. Батончик. Да, шампиньоны просто 39 рублей за килограмм. Печеньки. Печенюшки вам, да, купила. Сосисок упаковку, это уже там так, на всякий случай, чтобы были. А это у нас Илья попросил, ну что ты с ним делаешь? Попросил сало, кусочек. Я выбрала маленький, потому что остальными там выбрать было просто нечего. То есть были такие большие куски, вот повсюду, да. У меня такой гэп, просто чисто все белое. И просто я знаю, сколько знаю, что вот этот деснянский. Вот здесь Мираторг. Ну, это не доставай, Илья. А, там там уже картошка, да. Порватая. Просто если брать чисто белое сало, то там оно ужасное. Ну, как деревянное, а с мяском еще вроде ничего.
Бывает такое, не представляешь, Владик. Так, а, ну и собаки нашей. Где она спит? Ага. Ага. Ждем, да, да. Ждем нашего папу, когда он пошел и провалился. Как его открыть? А там уже нету? Есть, но он уже... Нет, там есть вот, вот столько. А, ну открывай. Сейчас будем кушать, Лев, подожди минуточку. Дай кушать, время я уже. Кушаю. Я вижу. Не успела я еще даже это все убрать в холодильник, что купила. Доставай, торт. Доставай помаленечку, доставай, чтобы там папа купил, посмотрим. Только аккуратно. Или сначала у вас сверху достать, что лежит, потом уже торт доставать. Когда я тебе помогу, значит, сейчас будет все вывернуто. А, нет, смог. Достал. Какой-то карамельная фантазия. Сегодня у нас будет тортик. Это папа вам купил, да, я так понимаю? В Парижке. А? Печенье. У меня кончилось лист на телефоне просто. Мне просто было лень заходить в этот магнит уже, ну, да, поэтому я не пошла. Так, там корм для собаки, для кошек, взял там по 11 рублей, только 12. Ну, это еще там будет. Там, доставай, доставай дальше. Батоны. А этот? Мы опять купили. А, я хотел это посмотреть, этот шпик, который мятовский, а он уже по 140. Папа, мне возьми, я по голове этот хлеб добью, он такой твердый был, и он у меня раскололся. Не знаю, так торт взял какой-то первый раз, кроме меня фантазии, не знаю. Только вот не брать торты, дорогие. Так, это горькие, да, пятерочки. Это из-под чего-то? Не знаю, что-то это что-то я хотел взять, и пряники имбирные. Пряники, чай поставить? Да, еще кое-что хочу заварить. Я тоже взял, попробую, не знаю. Творог. Творог, это растишку тоже искал. Это растишку в каких-то магнитах есть, каких-то нету. И по 80 рублей не стал я брать, и вот взял. Ух ты, так он кому-то потом перезвонил. Понятно, не молоко, а экзотик. А, это обычный, огурец, да? Это на Оливье сегодня. Да. Такой не молоко, это экзотик. Ну, это обычный, да? Огурчик. Сметану ты не брала? Брала. Ну, сметана у нас не пропадет, Сереж, ты знаешь прекрасно. Ну, да, я сказала, что папа сметана... возьмет и хлеб, а я печенье. А да, и ты хлеб брала. Ты у нас все знаешь, да. Потому что сказала, так поешь за этим, и все. Тайна. Ну ладно, ничего страшного. Это у нас все поест. Это холодильник. Я и вешенки взял. Там у вас 39 были, я купила. Так, это я зашел в Сияние, в Экомаркет. Это по скидке было, ну, это распробовали, это ветчинная, это да. По 210 рублей она. Ого, была шина. Была 300 чем-то, да. Ого, вот, сейчас, кедрокофе. Это короче, что-то новенькое. Тебе тропический. Я хочу попробовать. А мне вегетарианский. Я уже его хочу. 33 рубля пакетик стоит на разу, на один раз. Ну, блин, дороговато, 33 рубля, один пакетик. Он один раз идет? А ты кофе пьешь мочу, когда на турнире. Ладно, все. 150 миллиграмм. Ты не знаю, на сколько миллиграмм, мы попробуем. А, ну да, там точно. Аккуратно там, Илья. Дай я достану, дай смотри. Что-то там заковырялся, все. Там еще сыр, колбаса на оливье, да, еще кошки. Ну, я сразу взял, я там был. Илья, давай я достану. У выковыривает сидит по пакетику. Это что? Я все-таки ее нашел. Где ты ее? Единственный пакетик они привезли на пробу. В это Сияние в этом? 94 рубля. Ну и в итоге Сережа, короче. Они не хотели продавать ее. Говорят, давайте узнаем цену. Сейчас позвонили, узнали цену, потому что привезли на пробу. Это, в общем, соль черная каланамак. Она со вкусом яйца. То есть можно добавлять чуть соли, то же самое макароны. Это, ну, просто привкус будет яичницы такого. И, кстати, в фикс-прайсе появилось единственное не молоко, которое сейчас новая линейка, там, по-моему, вида 3-4, там, матча и ванильное, что-то, да, мы смотрели, капучино, что-то такое вот, рисовое, классическое, по 77 рублей, кстати. Ну, фикс-прайсе, да. А, так уж несколько, да, что-то? Ну, я две взял кедрокофе, одну такую, ну, два вегетарианских, одну этому тебе не понравится. И, да, ну, да, которая вот в Африке, типа, 18, по-моему, с пол БМ без сахара, вкусная. Что там еще? Я не знаю, он ковыряется. Так, это на салат колбаса нежная. Это сыр тоже был по акции, 215 рублей. Это тоже мне тогда не понравился? Нет, этот раз мне брал гауду. А-а-а. А это голландский, я не знаю. А что он
Так, баланс. Каша баланс 55 рублей, овес, пшеница, ячмень, рожь. Это я. И кашу льняную взял с грибами и зеленью. От фирмы Полезно 100 рублей. Тофу это на салат тоже искал, только возле дома, грубо говоря, взял. Потому что тонку свили не было, куда ездил. Вообще ездил я в Мираторг. У нас Мираторг закрыли на родине. И теперь единственный Мираторг, по-моему. Набор это я не считаю, их за Мираторг, магазин Петербург, мы там с собой не раз были. А, кусок там. Закуток, да, так что у нас только на заводе остался. Либо куда-то переезжают, либо его все просто закрыли и все. Большое помещение. Сначала есть, товарищи, и хлеб. Ну хлеб это вкус вели тоже. Взял. Я уже поеду. Чисто себе уже. Как ты ешь? Как так, а торт здесь, да. Ну а я в Пятерочку зашел, там вообще торты ужас просто. Наши журавли брянские, Таня, по 400 рублей, это вообще я в шоке просто от журавлей. Ну а что ты не знал? Вот, взял от Казань, по-моему, не знаю, попробуем просто чисто чай попить. Ну ты говорил, там особенно так не чаем. Что такое? Не знаю, кто ты. Только не поздравил свое решение, не знаю, кто такой. Поздравил, кто такой. Фирма какая-то. Фирма. Фирма ее никто не вяжет. Так, ладно, все, убираем. Это, в принципе, на стол тоже взяла, да? Что-то рудинки. Это не на стол я взяла, это я сейчас... попросил. Я, наверное, сейчас супчика съем, не знаю, немножко порезу, наверное. Или я вообще и суп не буду. Ну, вот, я не знаю. Я сейчас попью за кедра кофе и все, наверное. Что, суп наливать? И... иди полежи, пока есть время. Хотя бы за ровно время есть только ужин, пока ужин сладкий. Тогда я, наверное, поем чуть-чуть. Поешь, сучка, покушай, да, иди полежи, значит, ты к вечеру будешь засыпать на ходу. Да, завтра, тем более в день уже. Да, тем более завтра я спущу на выходной буду, завтра уже в день не пойду на работу. Завтра уже в день. А мы картошку по пути потеряли. В смысле? Ну, с пакет порвал. А, ну, а потом пошли, мы с собирали. Женщина шла на плечо, что вы мучаете, дайте вот вам пакет. Я только шел, и такой ветер, и она... Так, ладно, все, детям тут сладкого, да, и мама, и я купили. Достаточно. Достаточно. Купила этот. Веганес, два вида. Два одинаковых. А, два одинаковых? Ты сама его, потому что ешь. Да, потому что сама его ем. Вот если бы не сахар, так он, в принципе, полностью веганский, конечно, да. Потому что мне нравится, поэтому я свои купила. Там, потому что привкус кеши хороший очень, да. Обалдел, вот именно еще есть, по-моему, с нори. Но нори, так он, салат не очень, а вот именно на пережарку. На вот. Пережарку, да, я даже не делала. Да, вот он хороший. Я что-то сначала хотела взять с нори, а его не было. А не было нори? Ну, я там взяла вот такие. 55, да? Да. А так мы брали ленту, да, по 35. Но его разобрали быстро. Моментом. Так что у нас много. Да, обалденно. Еще даже, вот, знаете, даже не то, что это сидит на веганском питании. То есть это не, вообще не факт. Он реально очень-очень вкусный. Ну, на кеши. То есть абсолютно можно есть его на обычном питании, то, добавлять если, салаты. Да. Делать самому из кеши дороже будет. Дороже будет, если делать самому, самим из кеши, конечно. Это именно из кеши майонез. Купила. Так, ладно, давай. Так, все, разбираем, да, и сейчас покушаем. Да ты что? Так, ну что, у нас уже сделано вечером. Я забрала Веронику из сада уже давно. Приготовила оливьешку, пока Сергей хоть не поспал после ночной смены. Оливьешку, да. Сделали с Илюшкой письмо. Куда полез? Где кружка? Ну, дайте мне кружку. Кто-то у нас там стучится. Помогите мне. Включи свет. Помогите. В туалете включи свет, Вероника. Помогите мне кружку. Ну включи свет, ты же выключила. Помогите иди мне. Иди в ванну. Помогите мне. Папа. Папа выключил. Ну ты выключай свет ему. А ему темно было, папа. Так, что мы еще заведем? Готовлю ужин, Вероника, аккуратнее, пожалуйста, наливай. Ой, я уже не могу. Готовлю ужин, параллельно мы с Илюшей учим стихотворение. Трабаса. И угомона. И Тарабаса. Тарас, Илья. Что за слово Тарабас? Тарас, имя Тарас. Тарас. Вот так это старение угомон. Да. Давай, мы очень доучили до конца, Илья. Еще тут осталось пару строчек. Это все? Ну, вот мы с половиной уже больше, ну, это уже знаем мы более-менее относительно, Илья. Ага. Тут сейчас доучиваем и... Потом еще на ночь. Кто-то раздевался. Так, Сергей, соус. Я приготовила шампиньоны тут с этими, вот как его, с морковкой. С вешенками, с морковкой, луком, специями. А себе давай сейчас блинчики, деткам готовлю. Даже себе, наверное, даже есть не буду, только я съем. А деткам готовлю. Красотки.
О, даже Елена знает, что я готовлю. Давай, давай, не убегай, давай доделывать. Я убегаю. О, наконец-то мы сели за стол, даже не верится. А что такое? Я села. Сегодня макароны у нас, как я, в принципе, я все показывала, что делала. Макароны с растрепками. Оливье. И оливье, да. Ну, оливье. Оливье. Здесь обычный майонез, потому что дети не едят с иконесом. Я буду есть. Да, нормально. Мне нравится очень вообще. Маконез, да, маконез. А это что, там обычный майонез? Другой. Нет, другой. Давай кушай. Ну, нормально, мне кажется, так поели бы. Кушал. Ну, возможно, поели бы. Тогда мы встали, что я делала им с майонезом. Как мы делали другим? А не знаю. Ну ладно, не факт. Короче, ладно, кушаем. Это просто да, конечно. Так, ну что, ложка, да. Мы поели практически, пытаются доесть у нас мелкие задания. И переходим к тортику. Я говорю, ты положил, потому что мы слишком большие куски. Потому что ты порезал, чтобы было печенье. Я умею удивлять. Ну, это уже, знаешь, уже проходили. Все, набирайте, убирай это все. Сейчас я сделаю чай. А? У тебя-то уже есть, спасибо. Да, тебе налила. Тебе я успела налить. Спасибо. Так, ну что, на этом мы заканчиваем. Господи, заканчиваем наш сегодняшний влог. Мое день рождения. Да. 33 года. Сколько мне? 32. О, ты уже годок не накинул. Спасибо, сынок. Ты умеешь, молодец. Я знаю, что ты можешь. Ты его знаешь, ни грамма не удивляюсь ничему. Все, кушайте тортик. Будем пить чай. И всем хорошего настроения. Увидимся с вами завтра. И всем пока-пока-пока. Bye-bye.